эфире Первого Карагандинского новости, в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Более 100 тысяч карагандинцев приняли участие в общегородском субботнике. Учитель Турсен Мусин 30 лет преподавал физику в сельской школе. Коллеги и друзья решили ежегодно проводить Олимпиаду его памяти среди старшеклассников района. Аномальная жара, на улице больше 20 градусов. Горожане с нетерпением ждут отключения отопления. В Карагандинской области нужно увеличивать количество овощехранилищ. Имеющиеся 13 находятся в частных владениях и не полностью обеспечивают потребность жителей. И как следствие, нехватка собственной плодовочной продукции и дорогой завоз из других регионов. Об этом на совещании у акима области доложил руководитель управления сельского хозяйства Бауржан Асанов. Зимний-весенний период обеспечения населения овощами собственного производства ниже, чем в осенний. Это связано с недостаточными объемами закладки плодовочной продукции на зимнее хранение. В прошлом году урожай плодовочной продукции был неплохим, отметил чиновник. Собрали более 25 тысяч тонн картофеля, свеклы 15 тысяч, капусты 14 тысяч и около 1500 тонн лука. Заготовка к зиме усложняется отсутствием хранилищ. Имеющиеся удовлетворяют лишь 40% потребностей жителей. В основном овощи завозят из южных регионов страны. В настоящее время для поддержки малого и среднего бизнеса по строительству и расширению овощехранилищ предусмотрена государственная поддержка. По программе по возмещению части расходов, понесенных субъектом при инвестиционных вложениях на строительство и расширение овощехранилищ, предусмотрено 30% возмещения затрат. Для решения этой проблемы в Нуринском районе будет построена база для хранения 8 тысяч тонн овощей. Также будут реконструированы два имеющихся хранилища. Аким области Нурмухамбет Абдибеков поручил чиновникам провести мониторинг урожайности. Если какие-то овощи у нас плохо растут, их лучше закупать в других областях. Для этого нужно наладить с ними бартерную связь, пояснил глава региона. Пока она у тебя вырастет, с юга придет свежее, более дешевое. Логистику посчитать, транспортные затраты. Может, мы в каких-то направлениях должны вообще стратегию изменить? Мы не у себя должны это, а стремиться найти взаимопонимание или взаимный интерес с нашими южными соседями. В нашей области около 90% земель относятся к разряду орошаемых, то есть плодородных, а используются всего около 20%. С этим показателем нужно бороться, добавил Нурмухамбет Абдибеков. Аймам Ринаулжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде прошел первый городской субботник. Карагандинцы, вооружившись инвентарем, облагораживали территорию. Всего в субботнике приняли участие более 100 тысяч человек. Было задействовано более 240 единиц техники. Как только в городе растаял снег, улицы и дворы покрылись слоем мусора. Окурки, бутылки, этикетки, пакеты, которые горожане накидали за зиму мимо урн. Теперь необходимо убирать. Мы сейчас направляем эту технику на ликвидацию несанкционированных свалок по направлениям Федоровка-Михайловка. На ликвидацию несанкционированных свалок и далее для того, чтобы они не образовывались вновь, согласно новым правилам благоустройства. Здесь уже будет новый подход, именно планово-регулярная основа. Также будет сегодня большая работа проведена во дворах по вывозу крупногабаритного мусора. Каждый трудовой коллектив на своем закрепленном участке убирал мусор, белил и красил. По отдельному графику на ежедневной основе коммунальные службы будут мыть ограждения, путепроводы, восстанавливать опоры и освещение. Жители должны принимать активное участие в уборке нашего города. Мы выражаем от всего дома, можно сказать, выражаем благодарность управляющую компанию «Жилсоцсервис». Очень хорошо работают работники наши. У нас подъезды очень чистые, дворы очень чистые. В 6 часов я на работу иду, они уже на рабочем месте работники. Уже в 7, уже 8 часов у нас все почищено, все дворы чистые. Кроме того, во время субботников запрещается сожжение мусора и не должны трудиться дети. В целом перед нами стоит задача в максимально короткие сроки привести город в надлежащее санитарное состояние. В принципе, погода благоприятствует этому. И сейчас мы можем массово начать
организовывать ту работу, которая в силу погодных условий не могла быть организована раньше. Поэтому обращаюсь ко всем жителям нашего города, нашей области, не остаться в стороне, принять участие. Асер Сазымбаева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Аномальная жара. Что делать горожанам, если негде защититься от высокой температуры? На улице температура воздуха более 20 градусов, а в квартирах ситуация такая же. Сегодня нашей съемочной группе все же удалось выяснить сроки прекращения подачи отопления в квартиры. Все подробности вы узнаете из следующего сюжета. Сегодня обещали отключить, но еще не отключили с утра. Необоснованное повышение на отопление вообще. Мы, в конце концов, получается, скоро зарплаты будем отдавать, а на остальное мы же не можем жить на одном отоплении. Ну, что еще можно добавить? Конечно, это несправедливо, не согласна с этим. Нет. Надо как-то регулировать, чтобы было удобно им и нам. То когда холодно на улице, пусть будет жарко дома, а когда жарко на улице, пусть будет дома прохладно. Не согласна, потому что 20-градусная жара и дома очень жарко. Сейчас я, например... Ну, не знаю, пусть прогреется мой дом, потому что лето впереди, там будет холодно. Потому что платим, уже можно бы его и отключить. У меня дети живут в городе, там очень у них жарко, они сами уже перекрыли все отопление. Ну, ужасно. Что говорить, в школе ужасно, у детей голова болит, и дома жарище. Зачем переплачивать? Значит, надо отключать? Или хотя бы так чуть-чуть топить? Ну, слегка, на всякий случай. Узнав мнение горожан, можно сделать вывод, что многие не хотят переплачивать лишние деньги и терпеть жару. Отключить отопление не так просто. В первую очередь коммунальные службы руководствуются прогнозом синоптиков. Тепловики начинают подготовку механизмов остановки котлов. Понятно, что это не происходит сразу. Нажал кнопку и все выключилось. В городе отопительная система очень большая, поэтому работы ведутся планово. Согласно правилам подготовки к отопительному сезону, при температуре наружного воздуха среднесуточной в течение 3 дней с плюс 10 градусов и выше определяется дата окончания отопительного сезона. Значит, были в данной комиссии сейчас участвовали представители исполнительной власти, представители услугодателей. Ну и в связи с тем, что температура наружного воздуха действительно составила в течение 3 суток плюс 10 и выше, было принято решение об окончании, дате окончания отопительного сезона 20 числа с 24.00. Кроме того, с 11 мая по всему городу прекратится подача горячей воды. На тепловых сетях Караганды будут проводиться испытательные работы на гидравлическую прочность трубопроводов. Асер Сазымбаева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. В минувшие выходные на перекрестке 45-го квартала произошло ДТП. Внедорожник Toyota Prado столкнулся с Audi A4, после чего вылетел на пешеходный переход, где снес светофорную будку и зацепил пешехода. Пожилой мужчина получил травмы. Еще одна авария унесла жизнь школьника из села Акбастау. Десятиклассник погиб в погоне за скоростью. Он и его товарищ решили угнать дедушкин автомобиль. Выехав ночью, юные шумахеры не справились с управлением и улетели в кювет. Водитель погиб моментально до приезда скорой помощи. Старенький москвич под управлением школьников съехал с дороги на большой скорости. Водитель умер, а его товарищ был доставлен в больницу. После обследования его отпустили домой. Он будет лечиться амбулаторно. По данному факту материал зарегистрирован, назначены необходимые экспертизы, проводится расследование. Продолжаем выпуск. За 3 месяца Департаментом государственных доходов в госбюджет было обеспечено поступление на сумму более 43 миллиардов тенге. Ведется работа по борьбе с лжепредпринимательством. За первый квартал текущего года, по данным фактам, в производстве находилось 187 уголовных дел. Местными исполнительными органами по области принято 882 заявления на легализацию имущества на сумму 12,7 миллиарда тенге. На сегодняшний день сумма легализованного имущества составила 5
5,8 миллиарда тенге. Об этом и многом другом рассказали на брифинге с участием руководителя Департамента государственных доходов области Азамата Ахметова. Департаментом на постоянной основе проводится работа по борьбе с лжепредпринимательством. За первый квартал 2016 года в производстве находились 187 уголовных дел. Из них 16 закрыты. Так, например, в производстве департамента находилось уголовное дело в отношении преступной группы под руководством Тусубековой Оксаны Николаевны. Мошенница обналичивала денежные средства путем использования ряда несуществующих предприятий. Также департаментом проводились таможенные проверки. Также проведено 28 проверок по вопросу в сфере оборота алкогольной продукции, по результатам которых наложено свыше 1,7 миллионов тенге административного штрафа. За три месяца 2016 года всего импортировано количество 8 882 литров алкогольной продукции. Из них поступили акцизы всего на сумму 2,9 миллиона тенге. Упрощена процедура легализации имущества и денежных средств. На сегодняшний день местными исполнительными органами по области принято 882 заявления на легализацию имущества на сумму 12,7 миллиардов тенге. На данный момент комиссии удовлетворено 347 заявлений, по которым сумма легализованного имущества составила 5,8 миллиардов тенге. На сегодняшний день органам госдоходов предоставляется 53 вида государственных услуг, из них 33 услуг по налоговому направлению, 19 по таможенным и одна услуга оказывается службой экономических расследований. За один квартал 2016 года Департаментом государственных доходов по Карагандинской области и его территориальными подразделениями в государственный бюджет обеспечено поступление на сумму более 43 миллиардов тенге. По сравнению с первым кварталом 2015 года увеличились поступления по государственному бюджету более чем на 1 миллиард тенге. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Каркаралинском районе в средней школе номер 6 села имени Тохтара Убакирова впервые провели олимпиаду по физике памяти Турсына Мосина. 30 лет он посвятил обучению детей. В олимпиаде приняли участие ученики старших классов из 17 школ района. Районная олимпиада по физике прошла впервые. Родственники и соратники Турсына Мосина планируют сделать ее ежегодной. За 30 лет преподавательской деятельности он смог дать большие знания своим воспитанникам. Из 17 школ Каркаралинского района побороться за призовые места собрались более 50 учеников. Сегодня в нашей школе проходит олимпиада, посвященная Турсыну Мосину. Я думаю, эта олимпиада найдет свое продолжение среди школ и ребят, которые заинтересованы физикой. Мы с Турсыном Мосиным росли вместе, он был моим другом. Мы рады, что имя такого человека не забыто, и в честь него проводят олимпиады. Нельзя назвать человека умершим, если после него остались знания. Олимпиада прошла в два тура. В первом ребятам нужно было сдать тест на знание предмета, во втором – решить задачи по физике. Из каждой школы было три ученика – из 9, 10 и 11 классов. Задания соответствовали школьной программе. Айдана Искакова – ученица 11 класса 44-й школы. Уже давно увлекается физикой больше, чем другими предметами. Благодаря своим знаниям и стараниям Айдана заняла первое место. Мне очень нравится физика, мне интересно ее изучать. Я очень рада, что приняла участие в этой олимпиаде. Хочу поблагодарить организаторов за то, что дали мне такую возможность. Все участники получили сертификаты и ценные подарки. За первое место Айдана получила денежный приз. После олимпиады учителя провели круглый стол и рассказали о жизни и педагогическом опыте Турсына Мосина. Лариса Хусейнова, Ожас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Толерантность, гармония и единство религии и общества – это основа нашего государства. В республике проходят конференции, организованные Духовным управлением мусульман Казахстана. На них обсуждается роль мусульманской религии в обществе. Духовное управление мусульман объявило 2016 год годом религии и истории. В начале года в столице была проведена обширная конференция на тему «Ислам и толерантность общества». Подобные конференции проводятся во всех регионах Казахстана. Религия ислама у нас в крови. Толерантность и ислам неразделимы. Подобные конференции набирают все большую популярность на юге Казахстана в городе Семей, Уральске. На этой конференции наши имамы поняли правильное значение слова «толерантность».
На конференции побывали имамы Карагандинской области, общественные деятели и представители управления религией. Всем присутствующим рассказали о политике толерантного государства. Некоторые люди рассматривают религию государства по отдельности, в чем сильно ошибаются. Религия связана со всеми нами. Общество должно понять, что нет религии без государства и государства без религии. Сегодня управление религией мусульман ведет тщательную работу по профилактике экстремизма в обществе. В нашем регионе все религиозные объединения поддерживают мир и согласие, воспитывают патриотизм и прививают любовь к родине у подрастающего поколения. Асир Сазымбаева, Жаксулык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И последнее. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» в шестом туре чемпионата Казахстана проиграл кукшетауской команде со счетом 0-1. Матч состоялся на стадионе города Металлургов. Игра была трудной и интересной для обеих команд, но гости выиграли справедливо. С самого начала наши земляки действовали уверенно и сосредоточенно. Игрок «Шахтера» Евгений Горячий не раз заставлял нервничать кукшетауцев. Синегорцы открыли счет на 31-й минуте. Они воспользовались несколькими секундами заминки перед воротами и забили свой единственный гол. На 40-й минуте Ерфан Зинели пытался забить мяч и попал в перекладину ворот Охжетпеса. В завершении игры Максат Байжанов еще раз попытался забить мяч в ворота противника. Но свисток арбитра констатировал победу кукшетауцев. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Соломон.